Новый год кончился, а это значит, что пришли скидки. Смотрите, игрушки почем? По 22 кроны, а были по 17. Какие скидки? По 10 крон. Скидки какие? По 50%. Ну все. А здесь елки. Самая дорогая 75 крон, а была она 600. Я одну возьму. Куда? Зачем? Матери отвезем. По 33 кроны. Ну, гирлянды. Цены. 85% скидки. Магазин распродают, чтобы потом новое завести. Надо читать. Не чипает? Нет. Купила себе такую футболку. Queen. Стоила она 350. И оп! За 100 крон я ее купила. И штаны такие купила. Тоже 350 и за 100 крон купили штаны. Там еще такие зеленые. Сейчас Сашу пошлю. Ну, оно, они на этом видео блестящие. Так вообще не блестящие. Сейчас пошлю. Дочку еще за одними зелеными. За 100 крон. Считай даром. Все, мы приехали. Мазь купили, которую выписал доктор. Бесплатно вообще. 0,0 крон вышла нам. И... А стоила она 78 крон. Купила Николь маски. Такие за 69. 5 штучек детские. И вот мы еще в Теско зашли. В общем, вот это что я купила. Там паксы по 50, по 100 были. Эти по 34, а были... По чем они были? Спрей. Не помню, по 34, по-моему. Мыло по 14, а было по 75. Сыр 25. Бутылка воды 20 крон. И салфетки такие за 22.